Доброе утро, девочки мои! Ну вот я к вам и вернулась. Только что закончила предыдущее видео и начинаю следующее видео, продолжение, можно сказать. Вы видите, я уже снарядилась в спортивную одежду. Я, как обещала, сегодня влог начать с утренней гимнастики. Это для тех, кто хочет тоже заниматься, но чтобы потом не мотать и не искать ее, поэтому я решила ролик начать сегодня с утренней гимнастики. Что хочу сказать, что гимнастику, которую я выбрала, это гимнастика, она не для похудения. Во-первых, 10 минут, 8 минут, 10 минут, она такая короткая. За это время вы, конечно, там сильно много не сбросите калорий, при том, что я зарядку выбрала такую не динамичную, чтобы там не было слишком много резких движений, каких-то прыжков, скачков, потому что уже, как говорится, надо сердечко поберечь. Но в любом случае эта зарядка поможет проснуться, какой-то заряд бодрости получить, какой-то тонус на целый день хватит вам, это я уже проверила. Это заменяет чашку кофе. Но я думаю, что так как я давно не занималась, в общем-то, ну я вот сейчас неделю уже занимаюсь, а до этого долгое время не занималась, в общем, в основном сидела дома, была зима, мало движений, мало гуляли, в общем, мало ходили, поэтому я думаю, что хотя бы с этого начать, тем более многие мне пишут, что не могут никак начать зарядку, то что-то как-то кому-то лень с дивана встать, кому-то вот что-то там, то некогда, то... Я прекрасно вас понимаю, то же самое было. Поэтому я выбрала такие упражнения. Вот зарядка, она короткая, 8 минут. Думаю, ладно, 8-10 минут я найду уже в день времени для того, чтобы позаниматься. При том, что эта зарядка, она меня не утомит там сильно, как болеть сильно ничего не будет. Вот. Поэтому я начала с самой легкой, выбрала такую самую легкую. Поэтому вот и какое-то время буду делать я эту зарядку. Ну, там на 30 дней вот именно вот эта программа рассчитана. Что там дальше, не знаю, но дальше что-нибудь, я надеюсь, найду и продолжу. Вот. Кто-то мне написал, что вы не похудеете от этой зарядки. Да, у меня нету цели от зарядки похудеть. Конечно, если цель была, я нашла себе какую-то там, не знаю, на целый час в спортзал пошла бы заниматься или на полчаса. Но нету такой сейчас на данный момент цели, чтобы именно из-за зарядки худеть. Главное начать ее делать, а потом уже как пойдет. Поэтому, девочки, те, кто никак не может начать, вот я вам хочу сказать, начинайте вместе со мной. Это самая лайтовая такая зарядочка. Она коротенькое, времени не займет много. И в то же время вы почувствуете хоть что-то, как-то вы взбодрились. Вот я сейчас до завтрака решила с утра сделать эту зарядку. Потому что потом все время как-то какие-то дела отвлекают. И потом некогда, некогда, некогда. Самое лучшее — утром проснулись. И вот до завтрака сделать эту утреннюю разминку. Я называть буду это разминка вообще. Каждый раз, каждый день там новые упражнения. Я даже не знаю, что сегодня ждет меня, какие упражнения. Потому что в прошлый раз я делала там на суставы, в общем, на разные. Но я не снимала. В общем, я не буду даже каждый день снимать зарядку, потому что кому-то это не очень интересно. И, в общем, поэтому включите свою фантазию. И там, где другие дни, где я не снимаю зарядку, вы можете сами как-то немножечко поразмяться. Просто самое главное вот это вот начать, и оно пойдет. Хотя бы 10 минут в день. Или даже хотя бы 5 минут в день уделите себе, чтобы как-то размять руки, ноги, мышцы, суставчики. Там, не делайте резких движений, просто вот наклонили, допустим, и подержали голову. Уже вот растягивается эта мышца. Также вот, ну, суставы покрутить можно. В общем, ладно, не буду я долго, в общем-то, разглагольствовать. Я хочу сейчас немножко заколоть волосы, потому что наклоняю, когда голову, у меня волосы падают на глаза. Вот, и не знаю уже, как ставить камеру. Мне приходится, пока я снимаю зарядку, несколько раз подходить и камеру поправлять, потому что я то вертикально я упражняюсь, то сидя, то лежа. И, в общем, так как у меня площадь небольшая комнаты, поэтому я полностью не помещаюсь в кадр. Мне хочется, чтобы вы видели, что я в конце концов делаю. Так что буду сейчас как-нибудь изощряться, но буду стараться снимать. Вот, если кто-то со мной, значит, ставьте на паузу, приготовьтесь. Коврик я сейчас постелю. Костюмчик я уже удобный, в котором заниматься мне удобно, я уже надела. И все, поехали. Тренируемся вместе. Тренируемся просыпаться, пробуждаться и так далее.
Ну что, погнали. Начинаем. Начинаем с вами вместе. В общем, девочки, из-за того, что компьютер у меня притормаживает сейчас, так как у меня выводится видео, но я так раньше не делала, не знала, что так будет. А в следующий раз я не буду выводить видео, просто подожду, сначала зарядку сделаю, потом поставлю на вывод. В общем, в итоге у меня притормаживает звук, и зарядка у меня вместо 10 минут заняла 16 минут. Поэтому я сейчас немножко это подсокращу, наверное, звук уберу, поставлю музыку, но смотрите на мои упражнения, в общем-то, и повторяйте. Вот так. Будет она чуть-чуть сжатая, эта зарядка. Чуть-чуть брак, немножко косячок с моей стороны. Ну, не знала, что делать теперь.
Ну вот, а теперь можно и позавтракать. Я заварила овсяночку, как всегда. Вообще очень удобно. Раз-раз быстренько. Вот. И с овсяночкой вместе вот это вот омега-3,6,9. 3-4 капельки. Аквадотрим туда. И буду кушать. А еще я поставила варить яйца и картошку. Сегодня хочу сделать немножечко окрошки. Только раздвинула занавески. И давайте мы посмотрим, что у нас сегодня на улице. Плюс 4 градуса. Не густо, да? Так, и что? Пасмурное небо. Как-то, ну хорошо, что нету ветра. Вообще как-то, конечно, прохладненько. Но вот ветра нету, это уже хорошо. Хотя бы это радует. Ну так, нормальная погода. В общем, прохладная весна. Как прохладная весна. Все, девочки, начинаю готовить окрошку. Сварились у меня яйца и картошка. Редисочка тут у меня. Огурчик и колбаска вкусная, обезжиренная. И зелень. Сейчас я все это почищу, сажусь резать ближе к телевизору. А по телевизору сейчас идет фильм «Москва Кассиопея». В общем, фильм, ну, такой мне нравится, хотя я его знаю уже наизусть. Ну, может быть, его посмотрю какое-то время. О, по-моему, я неплохо тут устроилась. Мне нравится. Так, я, наверное, сейчас сначала все почищу, а потом начну просто тупо все резать. Убрала немножко звук. Ну, это видео, этот фильм я уже видела. Мы, кстати говоря, не так давно пересматривали с Настей «Москва Кассиопея. Утраки во вселенной». Пересмотрели все наши советские старые такие детские фильмы, которые мне мое детство напоминают. Вот, ну, Насте понравилось. Я не знаю, буду я его сейчас смотреть повторно. Если бы я его давно не видела, я бы посмотрела с удовольствием. Но так как недавно пересмотрела, я думаю, что можно что-нибудь поискать другое. Я в последнее время поглядываю новости, чтобы быть в курсе событий. Но, честно говоря, потом хочется переключиться на что-то другое, отвлекающее, развлекающее. Немножко мозгам дать остыть, потому что мозги закипают от всего. Вот, так что окрошечку, девочки, я решила сделать. Но я уже заранее ее как-то так запланировала, окрошку, давно уже хотела. И все уже наконец-таки прикупила. Я ее хочу сделать немного, потому что, ну, чтобы быстрее, как бы, чтобы она не надоела, в общем, чтобы быстрее чередовать какие-то другие блюда. При том, что у меня котлеты есть, я вчера котлеты пожарила. Вот. Но почему я решила все-таки окрошку сделать? Все-таки это холодный суп. Я хотела еще тогда, с тех пор, когда у нас солнышко было. Солнечные дни, тепло. И мне тогда так окрошки захотелось. И с тех пор я вынашиваю вот эту мысль, значит, ее сделать. Но погода сейчас не очень солнечная. В общем, не солнечная, даже пасмурная, скажем. Вот, и я все-таки все равно решила сделать окрошку для того, чтобы приподнять себе настроение, напомнить себе лето. И, в общем, при том, что здесь она так пахнет, огурчики, зелень, все это вкусненько. Я, кстати, ввиду диеты хотела колбасу заменить вареным мясом. Ну, или на пару, например, думала сделать мясо. Но все-таки мне кажется, что колбаски будет не хватать вот в такой окрошке. Оно-то, конечно, будет пользительнее, да, чем с колбасой. С другой стороны, ну, сейчас колбасу я вот так просто не ем, бутерброды-то не ем. И думаю, вот этот кусок колбасы, это не за раз я съем, а насколько там мне порций хватит. В общем, вреда не будет. Я думаю, никакого вреда не будет, все будет нормально, все будет хорошо. Вот, но в любом случае будет польза от того, что я порадую себя вот этой вот окрошечкой. Немножко я, конечно, расстроилась от того, что мне не удалось зарядку снять именно так, как я и хотела ее снять, ну, как хотелось бы ее, да. Из-за того, что у меня выводилось видео, там притормаживало звук. Поэтому звук, я думаю, что я просто уберу совсем и наложу музыку. Будет не совсем то, что нужно было, хотелось бы. Но, с другой стороны, ничего страшного, я думаю, музыка, можно будет просто смотреть, как я делаю упражнения, и повторять за мной. Вот. Но, с другой стороны, я думаю, что в другой раз я просто буду знать и сделаю зарядку еще как-нибудь нормально, по-нормальному. Так,
колбаску очистим. Колбаса вот эта вкусная, я так маленький кусочек попробовала, но даже я на запах сразу понимаю, что она вкусная. В натуральной оболочке такая вот колбаса хорошенькая. Так, и все, осталось яйца мне почистить и начну резать. Ну, я уже когда начну резать, я, наверное, я просто включу какой-нибудь фильм, потому что мне так скучно, просто так, без телевизора. Я ж тут уселась, не зря. Вот, так что... Ой, не могу. Сама себя, понимаете, развлекаю. Сама с собой шучу тут. Ну и с вами тоже стараюсь пошутить. Некоторые, кстати, из вас, кто-то моих шуток не понимает. Я иногда люблю там поиронизировать немножечко, сарказма чуть-чуть добавить. Кто-то воспринимает всерьез мои слова и начинает что-то там писать. Я не могу. Ну все, девочки, я уже заканчиваю, в общем-то, все это дело делать. Нарежу оливье и вернусь к вам. Да, что еще хотела сказать? Почему еще оливье? Я сказала оливье. Да, заговариваюсь уже. Окрошку. Я нарежу окрошку, добавлю туда зелень. Солить не буду. Перемешаю все, солить не буду. Оставлю в сухом виде. Вот если мне нужно будет в тарелочку покушать порцию, я тогда положу в тарелочку, посолю в тарелочке, налью туда там сметанку. Кстати говоря, можно даже сметанку заменить йогуртом, который я делала. У меня еще он есть, еще остался. И будет великолепно, будет отлично. Йогурт там залить. Даже если не добавлять тана, просто йогурт там залить, это вообще можно есть просто как салат даже. А если тан налить, это уже будет как окрошка. Вот так, вот так вот. Такое универсальное сейчас блюдо готовлю. Ну, мы же сейчас салатики кушаем. Это мне как раз подходящее питание. Я думала, в общем, в целом будет немного. Это вот сейчас я начистила. Когда все нарежу, оно все уменьшится и будет немного. Все, девочки, попозже к вам вернусь. Ой, девочки, какая ням-нямочка у меня получилась. Вот кастрюлька такая вот небольшая. Ну, тарелочку я себе отложила. В общем, я сюда сейчас что? Немножко посолю прямо в тарелке. Так. Вот это у меня мой йогурт. Он такой, как сметана на самом деле. Ну, как жидковатая сметана. Хотя он даже густой, нормальный. Вот если не наливать тан, это будет просто как салат можно поесть. Как салат со сметаной. При том, что... Молоко 1,5%, нет, 2,5% я делала молоко. То есть получается, это сметана 2,5%, вообще не жирная, если кому-то вот. И тан налью сейчас, поем как окрошку. Без тана как салат, а с таном как окрошку. Универсальное блюдо. Полезное, весеннее, очень вкусное. Пахнет прям зеленью, здорово. Класс. Все, пошла я к телевизору, смотреть телевизор. Нашла я еще один сериальчик. И буду смотреть его сейчас. Ой, просто прелесть. Уже не терпится поесть. Видео включила, девочки, фильм. Детективчик «Охота на крылатого льва». Сейчас уже вторую серию смотрю. Ну, это вот из того цикла детективов, который я вам говорила. Вчера смотрела. Ну, из той же оперы, в общем-то, и вот этот вот детективчик. «Новое расследование». Вот и закончился день. Вернее, не закончился, но уже подходит к концу. Смотрите, солнышко садится. Оно там выглянуло на минуточку буквально. В каком-то промежутке между облаками. Целый день сегодня пасмурно. Целый день вот какая-то серая погода. И, в общем, я, можно сказать, целый день сегодня провела у телевизора. Залипла. То новости смотрю, то какой-нибудь фильм детективный. То опять новости. В общем, вот так вот. Захотелось мне сейчас чайку попить, девочки. Так, водичка закипела. Я в стаканчик бросила уже пакетик один. Заварим. Пусть заварится. Так, чуть-чуть нальем. Так, а какой чай решила попить? Я думаю, успокаивающий чай сейчас в самый раз. И вот вспомнила я про этот свой бальзамчик, про который уже на какое-то время забыла. Он мне в холодильнике стоит. Бальзам, мед и травы, медовый на травах.
для суставчиков полезненький. Вот вместо подсластить, в общем, 2 столовые ложки, я знаю, что на стакан, на чай. И вот эти шоколадки, которые Фабелик, я вам обещала их показать. Они у нас тут написано без сахара. Молочный и горький шоколад. Я эту коробку уже открыла еще позавчера. И, в общем-то, по одной, по две. Вчера еще тоже шоколадки вот эти уже поела. Вот хочу вам показать. Здесь 6 штучек таких шоколадок черных. Это горький и молочный шоколад. Шоколад вкусненький. И горький вкусненький. И этот. И он, несмотря на то, что там сахара нет, все равно он чем-то подслащенный по-любому. Ну, горький, не сказать, что он прямо горький. Ну, видимо, может быть, какой-то, не знаю, сахарозаменитель или что там добавили. Так, что тут написано? Так, натуральный состав и отсутствие сахара. В общем, не, ну, не знаю, не написано. Не пойму я, чем оно тут подсластилось. Но, тем не менее, в общем, шоколад вкусный и шоколад сладенький. В общем, сейчас вот я с чайком еще парочку шоколадочек вот этих вот кусну и получу удовольствие. Вот такой чаечек у меня получился, довольно вкусненький. Ой, какой кайфовый чай, я не могу. Вот, девочки, так, одну я уже съела, горькую, сейчас съем молочную. Ну, вообще, честно говоря, шоколад, он не дешевый, вот получается, если, да, тут небольшие шоколадки, 6-12 штучек всего, как бы не дешево получится. Но, с другой стороны, без сахара, если тем, кто на похудении и так далее, такую вкусняшку можно съесть, я думаю. Если хочется, иногда, чуть-чуть, но не регулярно, не каждый день и немного. Ну, в общем, захотелось, решила съесть. Вкусный шоколад, он прям так тает во рту, его еще можно подержать во рту немножко, дать ему чуть-чуть рассосаться. Ой, как чая, прям захотелось горяченько, потому что сегодня у меня окрошка была, и окрошку я ела же не теплую, не горячую. Вот, поэтому захотелось прям горяченького чего-то пропустить, жиденького. Какой все-таки кайф. Ну что, девочки, хочу вам сказать. Сегодняшний день подошел к концу. Я, конечно, думала сегодня что-то там еще по дому пошуршать, по уборке у меня там нужно было там. Ну, как бы не, это не так прям сильно нужно, да, это может подождать в любое время. Но я себе там вроде как придумала, что я там уберу, там помою и так далее, прочее. Но это я так думала вчера. А сегодня как-то вот то да сё сделала окрошку, сделала зарядку. И потом смотрю, что-то на меня не снизошло. Вдохновение на уборку. Я решила сегодня ничего не делать. Ну, вы видели, какая погода. Вот видите, вот я такой метеозависимый, видимо, человек. Вот солнышка нету, пасмурно. И вот что-то как-то у меня вот движение такое. Неохота. Ну, неохота сегодня. Ничего, сделаем в другой раз. При том, что те углы, куда я решила позалазить, я их снимать не буду. Это так, я чисто для себя. Вот, ну что я вам скажу. На ужин я сегодня кушала 2 котлетки и кусочек огурчика свеженького. И все. Ужин у меня уже позади. Уже после ужина прошло какое-то время. И вот сейчас уже 6 часов. Я вот пью чай. 2 шоколадочки съела. Больше не буду. На сегодня хватит. Все. Чаечек попила. И все. Ну, потом, если там попозже захочется еще что-нибудь. У меня еще творожочек. Это обычно это мне на потом остается, когда уже там часов 8. Ну, бывает так, что-то захочется перекусить. Раз, творожочек этот съела. Не творожочек, творожное Даниссимо или вот это вот Данон. Ладно, девочки мои, в общем, я просто пока там лежала, смотрела телевизор, скинула то, что я там поснимала, думаю, как эта зарядка там выглядит. Но я думаю, что мне удастся как-нибудь ее так смонтировать, чтобы она была смотрибельная какая-то. Вот, ну, в другой раз я просто учту вот эти вот нюансы, которые у меня получились сегодня. Поэтому я не буду это видео затягивать уже, потому что я посмотрела, что уже и так вот как-то оно растянулось, затянулось. В общем, особо ничего не делала, но видео уже как бы наснимала там за 30 минут, перевалила.
Поэтому я его хочу смонтировать, как всегда, ранним утром. Я люблю, когда люди еще все спят. Вот я просыпаюсь рано, ну что делать? И вот в такой тишине, сосредоточенно, спокойно, вот как-то без суеты я этим занимаюсь монтажом. Поэтому сейчас я это видео кину на обработку, чтобы оно у меня уже было готово. И завтра утром его смонтирую. Ну, а те, которые дела у меня там уже надо будет делать, мы уже будем делать это все в других видео. В общем, я хочу с вами попрощаться. И еще хочу сказать, что это видео у меня выйдет 28, по-моему, февраля. И это будет уже последний день зимы, девочки. Я вас поздравляю, зима закончилась наконец-то. Ну, хотя бы календарно она уже закончилась. Вот. И еще хочу поздравить, что 28 февраля, если я не ошибаюсь, начинается Масленица. Тоже это такой праздник. У меня есть блинчики замороженные, поэтому там чуть-чуть я поем блинчиков. Обязательно отмечу это дело. Вот. И чуть-чуть еще там Настя у меня останется. Потому что бывает Настя что-то перекусить. Раз там два блинчика разогрела, уже вот, все, перекус классный. И поесть их можно с любой начинкой, хоть там со сметанкой, с вареньем, чем угодно. Вот, так что, девочки, я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, сильно не критикуйте, не ругайте меня. Подписывайтесь на канал, кому видео понравилось. Ставьте лайки. И все, до новых встреч. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.